Как настроение? Нормально. Как полет? Ты спрашиваешь еще? Ей плохо стало почему-то, я не знаю. Я никогда этого не слышала. Ну что, привет, Германия. Как я по тебе скучал. Ну, пока все идет чередом. Да, конечно, хлопоты всякие по поводу там сборов, там ожиданий кого-нибудь. Но все идет чередом, я тоже сказал. Так что ждем, еще будет интересно. Сейчас я нахожусь в музее автокомпании, так выразиться, да, BMW. Самая, пожалуй, крупная в Германии или даже в мире, не знаю. Но, в общем, она достаточно крупная. Сейчас нахожусь в музее. Смотри себя, смотри всю свою жизнь, как говорится, стирай до конца своих дней. Пиши тоже. Вот такие вот сейчас отрастил, да? Такие. Да, Матвей? Тут достаточно жарко, что ли, глаза чуть ли не слепят. По-моему, так градусов здесь 35 Цельсия или даже больше. Но так или иначе, тут интересно. Я иду прям по мосту к другому зданию, вроде как тоже там. Так, ребят, я нашел самую большую пивную в мире. Здесь посел Гитлер, здесь посел Ленин и сотни поколений самых отъявленных любителей пива в Баварии. Так даже лучше? Давай. Хоронит королей Баварии. То, что было сейчас вот в Мюнхене, то, что мы вам показывали, это было незабываемо.
То есть столько всего показано, столько всего удивило меня, это вообще невероятно. Мюнхен красавчик. Немцы такие креативные, на самом деле, вообще прям просто. Так, мы сможем сюда дойти? Так, мы тут. Красиво. О, шаг для грунта. Even worse when you make me cry.